Серпухов встретил новых жителей. Поздравления и подарки от местного отделения партии «Единая Россия» получили молодые мамы, у которых появились на свет дети накануне Дня города и в сам праздник. Молодых мам с самым радостным событием в жизни поздравляют от лица секретаря местного отделения партии «Единая Россия», главы городского округа Сергея Никитенко. Им вручают цветы, подарки, в их адрес звучат самые теплые пожелания. Ваши дети родились либо в преддверии, либо накануне такого большого праздника Дня города. Теперь вы будете отмечать два праздника – День нашего города и День рождения ваших детей. Сегодня в Серпуховском родильном доме находится 13 новорожденных. Из них 3 девочки и 1 мальчик появились на свет именно в День города, 21 сентября. Молодые мамы счастливы, что рождение детей совпало со значимой датой, и благодарны врачам Серпуховского роддома за квалифицированную помощь и доброжелательное отношение. Когда я приехала в Серпухов на день, когда были в роддом, наверное, я уже тогда поняла, что все-таки не ошибаюсь, что еду сюда. Я желаю Серпухову процветания. Многие женщины выбирают Серпуховский родильный дом не в первый раз. Некоторые приезжают из соседних регионов. Ведь здесь работают грамотные и чуткие специалисты и созданы комфортные условия. Идет ранняя выписка. То есть женщина на 3-е сутки после естественных родов уходит через естественные. И на 4-е, максимум на 5-е после кесарево сечения. Пришли, родили, им сделали обследование, УЗИ контрольные вместе с малышами. Малыши получили все прививочки, мамы получили свидетельство о рождении, детишек, получили губернаторские подарки по программе «Стань матерью Подмосковья» и довольные, счастливые уходят домой. Акция «С днем рождения, малыш» стала доброй традицией в Серпухове. Жителям Серпухова я желаю здоровья, желаю чаще бывать в роддоме. Здесь очень хороший повод сюда заезжать, чтобы семьи у нас росли, чтобы детей рождалось все больше и больше. Кстати, пока мамы принимали поздравления, малыши спали. Уже очень скоро их ждет выписка домой.